Приветствую зрителей канала «Мудрая рядом». Скоро зима, украшаем все снежинками. И на окнах, и на елочке. Такие 3D-снежинки смотрятся очень эффектно. Если вам нравится, продолжайте смотреть мое видео о том, как их сделать. Эти снежинки и выпуклые, и ажурные. Нам понадобится бумага формата А4. Для маленькой снежинки две полоски, а для большой 3. Складываем бумагу гармошкой шириной 2 см. Люблю делать поделки из бумаги, сложенной в гармошку. Оставлю под видео в описании некоторые из них, смотрите, если интересно. Срезаем верхний уголок так, чтобы он был ажурным. У каждого свой вкус. Я сделаю так. Я всегда делаю легко, быстро и просто. Эту стороночку вырезаем овальчик, полуовальчик. И с противоположной тоже, но более длинный. Вот такая ажурная у нас гармошечка получается. Из этой части мы можем вырезать точно так же на глаз, но можно обвести, чтобы была похожая, хотя в такой работе незаметно, если будут какие-то неточности. У большой снежинки точно так же срезаем верхушку, но здесь разных надрезик, а может быть больше, есть где разгуляться фантазии. Тоже делается просто, без всяких замысловатостей. Она получится более ажурной. Соответственно, поступим с остальными также. Рисунок можно вырезать более сложно, я показала попроще. Начнем собирать наши снежинки. Соединим их с помощью клея. Теперь соединяем их круговую. У нас получились такие две зимние короны. Но вот из корон будем делать снежинку. Выворачиваем внутрь, соединяем и обильно смазываем клеем. Очень долго держим, чтобы подсохло. Ну и вот наши ажурные 3D-снежинки готовы. Можно украшать помещение, окна, елку, кому что нужно. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!